Уходи, зима, присылай весну. Масленицу провожаем, света, солнце ожидаем. Масленицу называют честной, широкой, пьяной, обжорной разорительницей. Наши предки в это время пели, плясали, ели, пели, друг дружке в гости хаживали, в блинах валялись, в масле купались. В общем, оттягивались перед долгим периодом воздержания. Считалось, что неучастие в подобном веселье чревато несчастьями. А так как гульнуть славяне всегда любили, то делали это со всей душой. И напивались, и дрались, и снежные крепости штурмовали. Змеевчане – народ радушный, не забывают о старых традициях предков. Чтут каждый день масленицы, готовят блины, едят с удовольствием и угощают родных. Скажите, пожалуйста, началась масленица, масляная неделя, блинчики кушаем? Конечно, обязательно. Готовим? Обязательно, конечно. А чем вы любите блины? Ой, мясные и сладкие. Мясные в основном, ну как, мясной фарш и с печеночкой. Вот, сладенькие блинчики, это с вареньем и с яблоками очень любим. Считаете, это полезный продукт? Любит ваша семья? Любит, очень любит семья. О, блин, это вообще ассоциация с солнцем, с весной. Какие блины любите? Мягкие. Скажите, а когда мы ходили вы на тещины блины вообще? На тещины не. Ой, любим, и совсем любим блинчики, с творожком любим, с мясушком любим. Всякие блинчики. А вот старые добрые традиции вы, как вот предков наши, соблюдаете, приглашаете в гости, ходите на тещины, там блины, как это называется? Ну да. Конечно, детей всегда ждем, рады детям. Родственники приходят тоже. Так что гостям... Масленицу отмечать будете? Будем. А прощенное воскресенье всем говорите, просите прощения всем? Обязательно, девочка, обязательно. И всем желаем доброго здоровья. Масляная неделя была всегда традиционным украинским праздником, изобилующим обычаями и обрядами. Конечно, блины, блинчики, оладушки пеклись весь год, но все же именно они стали главным угощением и символом праздника Масленицы. Чуть ли не в каждом украинском доме существовал свой рецепт из заместки теста и его поджарки. Где-то блины были маленькими, где-то огромными. В каких-то домах блины заворачивали начинку, но чаще ее просто клали сверху. В обязательном порядке в качестве дополнения к блину использовалась сметана. Но кроме нее сыр, икра, семга, селедка, яйца, лук, варенье, мед – всего не перечесть. Приглашение к друг другу на блины – одно из главных развлечений Масленицы. Самые вкусные блины в нашем городе готовятся в пиццерии «Витта Пицца», которая расположилась вблизи Змеевского автовокзала. Опытный шеф-повар Лариса печет блины каждый день. Но в период масленичной недели этот чудо-продукт пользуется огромным спросом. А по какому рецепту вы блины готовите? Ну, наверное, по рецепту наших родителей еще или бабушек. Ведь это блины ихние, русские, считалось. Какие ингредиенты вы используете? Что вы туда? Самые обыкновенные – молоко, яйцо, мука, сахар, соль. Масляную неделю пользуются блины спросом вашим? Да, блины мы пеком, то есть у нас они идут как сладкие, так и соленые с начинками. С мясными, и с сухофруктами, с фруктами, банан у нас идет, со сгущеночкой. То есть у нас ассортимент очень большой. И просто люди заказывают домой вот просто таких блинов. В ассортименте пиццерии блины на любой вкус. Со сладостями и с соленьями. Традиционные со сметаной. Посетители уплетают их с удовольствием. Только успевай готовь. Так как началась масляная неделя, надо кушать всем блинчики. Угощаемся. А с чем вы любите блины? Со сметанкой. Можно с творожком. Я очень люблю блинчики. Как вы считаете, это полезный продукт? Это очень полезно. А как началась масляная неделя, сейчас постоянно приходят, заказывают, берут, кушают здесь, берут на дом. Очень много людей. Так что приглашаем всех посетить нашу пиццерию и покушать домашних блинчиков.